Проехать Ульяновск, Казань, Чебоксары, Нижний Новгород, Саранск за несколько дней – такая задача для начинающего путешественника покажется сложной. Но для команды «Марш Каракум», которые за рулем объездили всю Россию и многие страны СНГ, это легко выполнимо. За несколько дней своего автопробега они не просто проедут заявленные города, но и встретятся с общественниками, чтобы обменяться уникальными предметами культуры и знаниями о неизведанных туристических маршрутах. Ну, надо успеть, что в каждом городе будут друзья наши, единомышленники, путешественники будут нас там встречать уже там в Казани. Точно прямо ждут. Так что ну, постараемся уложиться как-то во времени. А мы едем, чтобы смотреть, что-то новое узнавать, что-то открывать для других. То есть мы едем по областям, я заезжаю практически в каждый поселок. То есть смотрю, что там есть, потом уже узнаю, что там раньше было, и всю историю этого поселка, например. И все это дело я, естественно, фотографирую, доношу для людей, чтобы они знали, куда они едут. Автопробег проходит в рамках проекта «Культурное наследие народов Поволжья», который реализуется при поддержке члена Российской общественной палаты от Самарской области Павла Покровского. Главная цель проекта – показать многогранность культуры народов Поволжья, привлечь внимание к памятникам архитектуры и истории, а также популяризировать автотуризм в России. Наши штурманы поведут эти три замечательных машины для того, чтобы мы обогатили Самарскую область и наш Приволжский федеральный округ в целом знаниями друг о друге, потому что когда мы едины, мы на самом деле непобедимы. По итогам экспедиции создадут фильм, презентация которого состоится на площадке форума сообщества в Самаре. Материалы, собранные участниками автопробега, передадут в музей этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов». Андрей Горгуленко, Петр Паламеев. События.